ребята, в монастыре. Подаюсь в монахи. Нет, на самом деле нет. Я нахожусь на острове Свияжске. Церквей здесь очень много. Это одна из них. Мужской монастырь. Еще и женский. Подальше. Мы тоже были, но я что-то такая ворона не записала. Значит, это остров и город одновременно. Еще он и город-музей считается. Ой, построили при Иване Грозном, как форпост для завоевания Казани. Сейчас он полностью окружен водой, а раньше, видимо, такого не было. Вроде как сказали, что вода-то появилась при создании Куйбышевского водохранилища, если я не путаю. Все очень такое старинное, все очень такое давнее, древнее. Интересно, что домики, значит, ну поскольку это город-остров, да, город, то здесь есть и обычные люди живут в обычных домиках. И домики тоже очень хорошо ухожены и сохраняются в прежнем стиле. Это я глянула, что тут есть интересного еще. Ну, в общем, очень-очень-очень приятное место. Не первый раз приезжаю. Первый раз была весна, зимой, а сейчас вот весна. А приехали мы поздно. Здесь есть музеи, церкви работают открыты. Но это все для посетителей до 16:30. Ну, возможно, в церковь-то можно зайти, в храм, да? Но как бы музей-то точно до 16:30. То есть все закрыто, но сам остров открыт, вход получается бесплатный, а музей платный. То есть надо на входе покупать билетики и, пожалуйста, бродите по музеям, где вам нравится. Что вам такое показать-то? Вот так интереснее, наверное, да? Побольше зданий, построек. Даже смотрите, прямо стоят указатели, где что находится. То есть вы можете это все видеть. В общем, Свияжск хорош в любое время года, любую погоду. Рекомендую, приезжайте, здесь интересно. Летает. Все, пойду дальше.